Такое ощущение, что у нас вообще ничего нет. И вот у меня такое же. И я вообще прям, вот один в один, как ты сейчас сказала, вот у меня такое ощущение, что у нас вообще нихуя нет. Вот я хожу сейчас, вообще у меня дохерища украинских носков, и я понимаю, насколько они, какие они пиздатые. А наши уставные носки, ими я не знаю, чем он полыкнул. Как всегда, мне просто понимаешь, да, вот какие... мы с тобой покупали трекинговые носки там по 400 рублей, по 600 рублей. Ну. Вот у них такие выдают. Плисовые перчатки, которые у нас там стоят в магазине 1500, у них выдают. На пыление, ну, которое не горит. Как бы, я не знаю, вот сейчас у меня камуфляж, он вообще натовский. Он сшит в Америке дырки даже, мне кажется. То же самое могу сказать про всю остальную одежду, которую у них есть. Про экипировку. Да даже не брать то, что им поставляют, то, что их промышленно шьет, взять их рюкзаки, шлема их. Но это реально уровень. И ваши. Ну, просто я не знаю, почему так. Почему именно вот так.